Добрый вечер, Наталья Алексеевна. Здравствуйте. Да, слышно меня, да? У меня вот какой вопрос. На сайте Чита.ру выложена запись вашего разговора с человеком, который представился журналистом. Да, мне звонили вечером. Сказал, что он журналист, задавал вопросы. А какие вопросы вот он вам задавал? Ну, кого я поддерживаю, за кого сдавала подписи и что-то еще. Говорил, что моя подпись досталась кому-то другому. Другому? И вы ему ответили, что поддерживаете Осипова и подписывались за него, правильно? Да. А что я должна была ответить? Я даже немного растерялась, нам из этой газеты никогда и не звонили. Я ей сказала, что поддерживаю Осипова. Из-за него подписывалась. Я и правда поддерживаю Осипова. Угу. А как получилось, что вы подписались в итоге за Януш Пак? У нас была возможность подписаться за Осипова, за Краус и за Шпак. Да, за любого кандидата. Я отдала подпись поддержку Яны Шпак, потому что выборы с одним кандидатом невозможны. Так и не должно быть. Это все в рамках закона, по-моему. Когда мне позвонили, то я подумала, что это какая-то подпирка. Поэтому ответила так. Я предположить не могла, что журналисты используют мои слова в своих интересах. Ага. То есть вы думали, что это проверка, правильно я понимаю? Ну да, я думала, это проверка. Ну, ясно. Спасибо большое, Наталья Алексеевна.